развлекательном детском центре «Теремок» накануне Дня защиты детей состоялось необычное праздничное мероприятие. Дети поздравляли друг друга сами. Воспитанники клуба эстетического воспитания «Дорога добра» устроили настоящий концерт для своих сверстников из реабилитационного центра «Ника». Идущие «Дорогой добра» буквально неделю назад отметили свое пятилетие. За эти годы воспитанникам клуба удалось многого достичь. Дети открыли вокальные и художественные таланты. Эта девочка, не умеющая говорить, запела и начала разговаривать. Виктория Лагоша – лауреат краевых конкурсов, лауреат всероссийского конкурса специальной премии «Надежда», участница телевизионного конкурса «Добрые соседи». Гости из центра «Ника» в долгу не остались и преподнесли в подарок поделки из бисера. А руководство развлекательного детского центра «Теремок» для всех юных гостей и их родителей накрыли праздничный стол.